Итак, всем привет. С вами Андрей. Продолжаем. Священник. Сложное подземелье, лес. Поехали. У нас жук. Очень опасный. Для нас, по крайней мере. Паук для нас будет менее безопасен. Так, убиваем орка. Брали орка. У нас есть тролль. Ты у нас сколько дамага? Ты у нас много дамага. Так, еще один жук. У нас паук-орк. Он с хилом. И вот это интересно. Особенно если ты его не можешь пробить. Так, 5, 5, 3. У нас урона мало. Нет, это чудо мы не пробьем. Мне кажется, тут рестарт. Потому что чудо как-то открыто, очень слабенькое. Жука бить нельзя, потому что он нам просто не даст отхиляться. В принципе, фиг бы на этого жука. Попробуем. Так. У нас волк. Минус волк. Так. У нас паук еще. Убрали паука. У нас орк. Убрали орка. У нас опять жук. Жук, это очень больно. Так, орк есть. Точнее, это тролль. Тролль, 4 удара. 4 у нас убивает. Убираем тролля. Убрали тролля. Еще одна баночка. Так, нам не дали меч до сих пор, поэтому убиваем паука, наверное. А, стоп, паука мы не убьем, сначала хиляемся, потом убиваем. Паук убран, да, выдали меч. Отлично, наконец-то. Так, похилялись. Блин. Ситуация печальная. Ситуация очень печальная. Так. А, у нас... Мы можем восстанавливать, получается... Ага, то есть мы сейчас похиляемся тогда. Четырнадцать, семь, да, убираем жука тогда. Так, 10 плюс 2, 6. Да, понятно. Убрали жука. У нас появился тролль. Так, тролль 4, тролль 4, да, тролля мы не убьем. Так, тут 2, 26. Так, отлично, волка убрали.
У нас восстановление магии стоит. Значит, восстанавливаем ХП себе. Так, 16 и 13. Так, это получается 16 плюс 26. Это у нас 4 удара в любом случае. Ясненько. Пробуем. Раз, два. Три он нас убирает. На следующем ударе мы его убиваем. Так, 9 плюс. Ага, отлично. Забиваем. Есть волк. Есть волк. Забираем волка. Посмотрим, что у нас здесь. Есть еще один волк, но их нельзя бить подряд. Так. У нас есть жук. Жук сомнительный. Так, 23 и 16. Это у нас 3 удара получается. 23 и 16. Это у нас 39, у него 41. 3 удара получается. 3 удара. Ну давайте, ладно, 3 удара. Убрали. Так, едим. Еще раз едим. Смотрим, что у нас здесь. Так, 40 жук, либо 41. Бьем, наверное, орка. Если мы его сейчас раздамажим, конечно. Так. 18, 16, это 34. 15. За 3 удара. Он нас за 3 удара также убирает. Убираем орка. Восстанавливаем здоровье. Так, у нас есть орк. Отлично. Орка стоит, наверное, оставить. Блин. Зря нажал. Ладно, не суть важно. Так, смотрим по троллю. Тролль нам 4 удара, мы закончились. Мы ему 32-50, тоже 4 удара. Ладно, пробуем тролля. Тролль убран, отлично. Теперь нам бы, наверное, последовательно сначала волк. Хотя нам волк не актуален. Наверное, сначала жук. Жук очень больно бьет. 19-42. Да, 30-42. Да. То есть жука мы за 2 удара убираем. Убираем жука. Смотрим на этого, 26. Убираем этого. Смотрим сюда. 13, 20. Ага, то есть у нас нам нужно... Ага. То есть мы нажимаем. Так, нажимаем вот так. Готов. Так. Все ясненько. Смотрим, что у нас еще в наличии.
Нам, по идее, нужно убить одного. По идее, это надо паука нам шлепнуть. Шлепнем паука. Так, паук убит. С двух, наверное, мы уровень не получим. Босс, что у нас себя представляет? Удар 30, у нас 4, 5 атаки. У нас 5 атаки плюс 4, это получается плюс 20 урон. То есть у нас урон 27 плюс 20, 22. То есть получается 47, а вторые удары будут по 42. 47 плюс 42, мы его за два удара убиваем. Но мы не выживаем при этом. Соответственно, мы убиваем этого орка сейчас. Урука. Его тут так зовут. Удар 51. Мы посчитали 40, но не суть. Он, кстати, хиляться будет. Поэтому за один удар его убить, скорее всего, не получится. Урука убили. Так. У нас по еде что осталось? Ага. Я думаю, мы прожимаем ману. Одну баночку. Это получается, нам нужно плюс 4 получить. Соответственно, это мы нажимаем. У нас маны будет 6. Отлично. Тролля мы за один удар не убиваем. Что плохо. Тролля, значит, будем убивать за два удара. Второй удар будет 25. 25 плюс 53 это 78. За три удара, видимо, тролля придется бить. Что очень плохо. Так. Тогда я предлагаю шлепнуть паука. Хотя 28 баф все-таки помощнее смотрится. Плюс он красный. Убираем тролля. Раз. Два. Три. Убрали тролля. Теперь паук. Нам нужно плюс 21 хп. Паук убран. Кто-то еще жив. У нас есть блоха. Убрали блоху. Лес зачищен. Нам открыли разбойника. Продолжаем играть в склеп священником. Так. У нас некроманты. Так и средней сложности, ребята. У них дебафы, конечно, это что-то с чем-то. Так, у нас физзащита. Да. Так, у нас упырь. Убрали упыря. Убрали некроманта. Поели. Убрали.
птичку. Убрали упыря. Убрали зомби. Убрали скелета. Убрали призрака. Убрали некроманта. Убрали скелета. Взяли еще баночку. Так. У нас есть отродье. Желательно с одного удара его забрать. Собрали отродье. У нас есть зомби. С одного удара мы его не забиваем. Значит, мы его не бьем. Так, у нас плюс 8. Так, плюс 5 будет. Хорошо, пускай будет плюс 5. Так, 13 плюс 13. А, стоп, там не 13 будет, там будет... Да, там будет 13, это будет 31, мы, в принципе, нормально себя чувствовать должны. Так, хорошо, продвигаемся дальше. У нас есть еще одно отродье. Ух ты, 60 хп, ну ничего себе. Полненькое, однако. Отродье нам попалось. Так, вампиризм это хорошо. Некромант с 25 хп. Пятый. Я предлагаю. Ох, у нас есть отродье 80-й. Ёшкин матрёшкин. А как его бить-то? Но мы его не убьем. Хотя у нас плюс 16 хп есть еще. Но чуть меньше, ладно. Получается 22 пополам, 11 плюс 11 хп. Получается 36 плюс 11, это 47. Получается 9, 5 ударов, 15 не считается, 13. Получается 4, 13, это у нас 50. А мы его не убьем. А чешуеть. Да, ладно. Бьем тогда некроманта. А, стоп, мы его и не убьем. Некроманта мы также не убьем. Хотя нет, у нас же есть хил, мы в принципе в теории можем попытаться. Так, отлично. Этого мы убили. Бьем, наверное, зомби. Удар 23, ты серьезно? А, у нас плюс 4 дебаф висит. Это на удары, да? 3 атаки, да. То есть на несколько атак. Значит, нам нужно на ком-то слить пару-тройку ударов. А потом отхиляться. Ну, по идее, 21, 16... Мы его, в принципе, должны запирать. Пробуем. Так, что-то пошло не так. Тут два. Блин, получается, мы не заберем опыт с него за этот. За священный удар. Да, мы опыт за него не заберем. Ну ладно. Нет, так нет.
Смотрим, кто у нас здесь. Вампиризм. Отлично. А что за босс? Я так не понять не могу. Смотрим, тут у нас кто. 20 упырь. Упыренок, что у нас делает? На 10% здоровья. Так, 44, 10%. Это у нас... А он нам... Он нас убьет. Хотя нет, мы его должны убить сами. Так. Да, я знаю, что ты... А, мы еще его за 2 удара. Как я так странно посчитал. Не, с упырем драться — это плохая идея. Пробуем бить отродье. Ищем босса финального. Но что-то пока не находим. Вот, нашел я босса финального. Это защита от обычных атак и отравление. Но отравление нам будет не актуально. Так, значит, у него защита. Хорошо. Отравление нам не актуально. Принц Альберт, босса нашего, зовут. Текущего. Так, надо забирать отродье, наверное. Ты с большого уровень? 20. Да, достаточно большой уровень. Ну, в принципе, его убьем, скорее всего. Ну, я так думаю. Да. 16 удар, нам переплюнуть 25. Меч 13. Убийство, отлично. У нас есть упырь на плюс 5. А это 3 атаки? Атаки. Атаки нам нужно, значит, просто кого-нибудь слить. Наподобие зомби. Так, у нас удар будет, получается, на 50% меньше. Соответственно, если у нас удар 19, значит, у нас удар будет в районе десятки. Значит, 35. Значит, мы его убиваем. Он бьет 23. Ну и там еще раз 23. Значит, мы его убиваем. Так, готов. Отродье, 7 уровень. 100 хп, серьезно? Что ты такое толстенькое это попалось, отродье? Так, отродье 48 хп. Восполняем магию. Смотрим. 24 плюс 19. Это у нас 43. То есть за 3 удара мы с ним драться. Он на 18. Мы ему... Пробуем. Хотя лучше, наверное, сначала вот этого шлепнуть. А, он нас убьет, скорее всего. Так, что-то сильный достаточно мужичок. 25, это, блин, около полтинника. У нас 32. Ну, если только восполнить хп. Хпшечку хернуть. На всякий случай. Минус 10. О-ху-ху-ху-ху. Атаки, да, или сражение? Сражение. Это плохо. Это очень плохо. Ладно. Посмотрим, что с этим можно сделать. Смотрим, что у нас тут. Тут явно хп очень мало. Восстанавливаем. Так, смотрим. 24. Тут 3 удара получается выйдет. Раз, два, три. Так, забрали. Надо вот еще вот это отродье запинать. Минус 10. Да уж, блин.
Очень больно бьет, мы, скорее всего, не справимся. Тут у нас особо вариантов нету. Да, нам нужно убивать этот отродик каким-то невероятным образом. Пять ударов, даже больше. Ну да, около 5 ударов, даже больше. Там 6 даже где-то ударов. Да, 6 ударов. Это 72. Мы его просто не вывезем. Слишком много хп. Плюс у нас еще хп забрали. Я даже не знаю, что тут делать, блин. По идее, мы должны его убивать, наверное, на 7 уровне. Блин, ну расклад, конечно, такой себе. Что там, еда не восстанавливается? Проблема в том, что мы с первого удара... Ну, а с вампиризм есть. Но мы не вывезем такое количество урона-то. Так, единственное, кого можно убить, наверное, это этот... Трое, ну, очень толстые. 128, да это вообще финиш. Так, что мы делаем? Мы едим, бафаемся на атаку и пытаемся убить финального босса. Так. Так, один. Бафаемся на атаку, пытаемся убить финального босса. Два. Бафаемся на вампиризм, пытаемся убить финального босса. Босс готов. 8 хп. Убрали. Босс готов. Да тут еще видишь, что получается. Вот этот человек нам мешал. Так, урон 30. Так, так, так. 30, 22. Нам бы в идеале вот этого запинать. Каким-то невероятным образом. Как это сделать, правда, пока непонятно. Во-первых, надо похиляться, посмотреть на него. Этот, скорее всего, последний будет. Либо мы, если с одного удара убьем, то будет не последний. Так, по идее, нам надо лучше этого убить. У нас как раз 4 очка здоровья не хватает. Пробуем бить этого босса. Так, нам нужно плюс 5. Мы его убили. На лови плюс 5. Он убит. Отлично. Смотрим этот. Двадцать пять, отлично. Он убит. Хиляемся. На фулку желательно, потому что у него удар 27. Раз и два. Все, босс готов. Все мобы готовы. Отлично. Выходим. Все, шеф. На сегодня, пожалуй, хватит. Нам, кстати, 2 подземелья открыли. Когда мы магом мастерскую пробили, нам 2 подземелья открыли. Можно попробовать быть берсерком. Снести эти 2 подземелья. Или бойцом, например. Ладно, на этом все. Всем пока.